Ты на кого мега-сатану поднял? Это я! Ага! Всем здорово, ребятки! С вами Виктор, и как обычно, я нашел какой-то трешовый модик. Да не, ладно, шучу. Человек прислал ненавязчиво, так, сказал, что, как здесь и написано, мод не мой, я его лишь доработал. Приятной игры. Ну, собственно, вот, Bosses, The Banning of Bosses Afterbirth. Ну, как можно догадаться из названия, играть мы будем с вами за боссов. Конечно, рисовочка по качеству прям, скажем, не очень. Но вот много чего здесь интересного есть. Мне очень интересно. Ультрагрид, прикиньте. А что такое огромный ультрагрид будет бегать? Господи, боже мой. Я так понимаю, изменено... А нет, не только. Я подумал, что изменена только визуальная составляющая. Но нет. Посмотрите, здесь что-то есть. Ну давайте тогда за вопросик сыграем, вот чисто прицениться, что это за мод. Я не думаю, что здесь какое-то сильное отличие от оригинала будет. Здесь только, скорее всего, вот стартовая вот эта какая-то движуха. Потому что модик маленький. Поехали. Господи, боже мой, какого я размера? О, жесть! О, жесть, ребята! Я забыл Missing Hats открыть. В общем, ребята, игра как бы намекает, что Витёк, ты мега... Я мега сатана. Помните мод про Витька? Жесть, зачем это вообще нужно? Жесть. Жесть. Ох, мать твою. Го пробел. Давай, давай, сейчас пробел прожмем. И... Что-то мне жалко пробел тратить на двух мух. Во, вот сюда давай. Да что ж такое, я как пьяный ежик. Блин, я прошел карту случайно. А здесь тупичок. Спасибо за поддержку. Да, ребят, это очень быстрая катка будет, я так понимаю. Вообще. Давай! Мочи босса! Рагман! Пиджей, клю, давай, кончай. Я Витя, привет. Привет. Ну и что, что из-за школы тебя меньше будут смотреть, зато мы с тобой навсегда. Ну, по крайней мере, я точно. Отлично. О, прикиньте, батарейки не на полную заряжают эту штуку. А я не знал, я думал на полную. Вот это прикольно сделано. Ну, в принципе, можем с вами сейчас сразу пойти на какой-нибудь финальный уровень и победить. Но нам придется с вами немножко попутешествовать, как вы понимаете. Давай всех персов смотреть, интересно же. Ну, давайте сначала пройдем, а потом посмотрим всех остальных персов. О, я вижу хороший камень, но, к сожалению, он не подвластен нам. Блин, рвота вообще отличная. Что говорит за мод? О, давай, берем. Ну, погнали. Можно ускоряться, кстати, на этой штуке. Уху! Ау! Ой, ай-яй-яй, огоньки, туши! Все, кончилось. Он, по-моему, ровно 12 секунд работает, ребят. А что это он, кстати, не это? Не полностью кончился у меня. А, он, наверное, заряжается по количеству комнат, по которому я прошел, да? Так, я уже босса нашел. Привет, босс. Ты кто? Сдуйся. Ну же. Просто выхлестнул его отсюда. Он нам здесь не нужен. Давайте хп ап возьмем. У-у-у, плюс дамаг. Ну а что нет-то? Берем. Мазюкалку тоже возьмем. Жалко, я не знаю, сколько у меня здоровья. Так бы я тут все тоже подобрал бы. Да не надо нам золотую комнату искать. Что мы там подберем? Вы посмотрите, тут и так... Уже и так все понятно. Оу.
Нехило я настакал на старте. Тык, тык. Больно! Вы моего мега-сатану поранили! За что вы так? Ироды! Ты чё? Не, вы посмотрите, какие они классные. Феромоны. Эх, не хватило мне мощи, чтоб всех зарубить. Сейчас пойду почитаю чат. Удачи тебе. Знаешь, в таком моде удача не нужна. Тут можно выиграть при любом раскладе, как мне кажется. Эх, самонаводочку бы, а? Вообще был бы трэш полный. Или как в ваниле, чтобы можно было... Привет, парень. Чтобы можно было менять направление выстрела в процессе, как говорится. Так, кусок гаппи. Давай, чё нет-то? Давай, кусок гаппи. Ой, там мины были, бомбы. Витя, включи чат. Нет, он тебе не нужен. Зачем? Зачем тебе чат? Ну вот скажи мне. Ну просто сиди, удивляйся тому, что здесь происходит. Хотя это быстро надоест, я понимаю. Поэтому я очень пытаюсь быстренько сейчас найти, где бы тут выход. Где бы тут выход? Выход, ты где бы тут? Эй, экзибит, прокачай моего перса. Беркану. Давай! 100 рублей от Данилы Стригину, только вот такая сайт, заходи и пейся. Так. Угу. Слеж, слеж, www. Чем слеж, вач? Чем слеж, что-то да. Сайт, заходи побыстрее, окей, в риф. Да, ребят, ни за что, конечно, не заходите, потому что если у вас там пароль какой-нибудь украдут, ну это ваши проблемы. Так. Что это тут у нас дальше? Депкс XL. Мне повезло, ребят, XL на уровень. Что? Кто тут? Где мои враги? Нету моих врагов, они все испарились. Они все испаряются почему-то, когда видят меня, ребят. В чем дело? Спейдс, ключи. С ума сойти. Папирус! Папирус! Откуда у тебя столько денег? Это опять я. В целом... Я хотел кинуть 2000, но так. Банкомат какашка помял купюры и вернул. Ну хоть что-то, потом будет 2000. Не, мне понравилось объяснить, но банкомат какашка помял купюры. Нифига себе, у тебя банкоматы какие дерзкие. Вот так вот, ребят. Я, если честно, налик уже давно в руках не держал. Все карточки да карточки. Ну это, видать, только в Москве такое, да? О, я еще больше стал, вы посмотрите на меня! Вот, какая машина смерти! Где босс-то? Хочу босса. Скрывайся. Куда ехать-то? О, наверное, давай... Все, кончилось. Кончилось, я сказал. Так. Я нашел две золотых комнаты. D6. Да ладно, 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 я и так выиграю. Ножницы голимые. А че я туплю, кстати? Можно пойти взять D6 и рерольнуть ножницы голимые. По-моему, все будет хорошо. Тьфу ты, блин, здесь тоже вообще. Мистер Бум выскочил. Так, мега сатана скоро... что, феромоны... Так, Витек, пожидай поиграть с Витку, он катку затащит. Знаю я его, он ее заруинит, как только вот первый джойстик ему выдашь, он тут же начинает руинить катки. 100% говорю. Так, нас кто-то хочет. Ну где, выходи. Выходи, сраная рука. Еще одна сраная рука. Бэттрип. Хо-хо-хо, не тут-то было. Сейчас Витек Мега Сатана вам всем надерет задницы. Не, ну надо же выдало, а, Мега Сатану играть. Так, я не понял, где босс? От меня что-то скрывают, господа. Где сраный босс? Сколько можно бегать по уровням? Тут надо быстро-быстро катку заканчивать.
Ой, как не повезло. Это все тебе. У-у-у! Я напряжен. Да нельзя. Я на максимуме своего напряжения. Потому что это очень сложная катка. Здесь нужно очень... О, ну наконец-то я нашел тебя. Ты что там? Спрятался, что ли? А ну выходи. Во, война. Уходи, война. Следующий. Мама. Привет, мама. У-ху! Вот это я просвистел в нее, а, по полной программе. Ладно. Что тут у нас? А неплохо. Неплохо у нас тут. Дабак. Левиафан. Блин, да я вообще адский чувак. Там, кстати, камушек был с крестиком. Так, мод на боссов в виде мега-сатана. Конечно же, такие моды, ребят, играть скучно и неинтересно. Ну вот чисто посмотреть, по-моему, можно один разок. Ну, потом изучить, насколько шедеврально были сделаны остальные герои. Это тоже, мне кажется, будет интересно сделать. Ой, нифига себе, какой ты плотный. А ну, выползай. Надо тебе просто обильно, обильно сдобрить его, ребят, надо было просто. Как только обильно сдабриваешь, сразу они начинают развоплощаться. Так, зачем мне бомбы? Вот зачем я бомбы собираю? Ну что за... Да вообще, давай поубиваем тут всех. Блин, что-то я кого-то не того нашел. Выходи. Так, здесь босса нету. Здорово, парни. Поднимаемся, поднимаемся, получаем мега-лучистую энергию от меня. Луч добра, смотри. О, к мегастане можно поехать. 100 рублей от Илья, у меня банкомат. Кукушка 50 рублей из рук выхватил и пополам порвал, но я успел их ему вставить. Вот это шутка юмора, а? Банкомат, кукушка, говорит. Ой, блин, мы тут надолго, ребят. Эх, я хотел сделать фастран быстрее, чем мировой рекорд, но я уже опаздываю, на самом деле. Там мировой рекорд 7 минут. Я слишком много веселюсь. Я знаю, да. Фастран это не мое. Ну сколько можно? Давай уже, сливайся. Снова донат. Воу, ух ты. Спасибо. 100 рублей от Игарка, подчеркивание, псычо, Витя. Ты где так отожрался? Требую ванну бытобощи. Ну как? Смотри, я такой на старт захожу... Потом нахожу сразу несколько классных предметов. Ну и вот и тащу по полной программе. Все в порядке. Мне просто повезло. Так. Было бы здесь где-нибудь сердечек побольше вокруг. Я бы, наверное, даже сразу к мегастане телепортнулся бы. Но нет. Но нет. Придется так идти. А то я вообще с полшишечкой буду. О, кстати, батареечек побольше будет выпадать. И это гуд. Что здесь? Ничего интересного. Упс, не туда стрельнул. На! Прикинь, как он я как... Как я не попал два раза подряд? Вы что, издеваетесь? Она что, неубиваемая, что ли? Эй! Нифига себе. Мистер Фред! Я здесь уже был. Прощайте, мистер Фред. Отправляемся дальше. Витя, ты монашка-сатана. Да не говори. Еще прическа у меня классная. Слушай, а выгляжу я вообще как... Смотрите, у меня такое ощущение, как будто крюк какой-то торчит, видите? Я могу цеплять. Это как в этом, в игре-то, которую сейчас все играют-то. Какой-то там Deadlight, хренлайт. Dead by Daylight. Я что-то запутался. Какой там лайт. Так, здесь ничего интересного. Так, телепортируемся дальше. У-ху, свистели. Эй, все, кончилось. Кончилась веселуха. Да и как-то я все... Гениальные, конечно, тут сундуки у меня. По одной монетке дают. О, сделка бесконечная. Слушай, мне ключей взять? Я же все-таки пойду в... А, ключи можно здесь взять. Ага, сейчас, 25 раз. Здесь можно ключи сдать. Здесь их можно только сдать.
Нет, у меня их нету лишних. А давайте мы его взорвем, из него наверняка ключ выпадет, смотри. А, сейчас, два ключа сразу. Ну, го налево тогда. Кусачий сундук, не, не возьму. Не буду брать. Спасибо за ключик. Видите, какой культурный, я даже монстрам спасибо говорю за то, что они дают мне то, что мне надо. Вот так вот, ребята. Я нафиг полностью в гармонии с собой. Витек, а чё за мод? Чё за мод? А вначале надо было смотреть, чё за мод. Да как я так с ума умудрился-то не до... Это какашка Терминатор был. Ну, либо какашка этот, как его? Ван Дам. А может быть еще какашка Крутой Уокер. Чё с ней? Готово. Готово. Полет. Ну и нафига он мне сдался? У меня и так полет есть. Ну что? Пойдем через Хаша, посмотрим, как долго мы Хаша будем. Ну, Хаша, кстати, возможно, долго будем убивать. Сейчас проверим. Так, ну здесь хотя бы есть куда деньги потратить. Хотя, знаете что? Я, наверное, включу... Давай Rainbow Baby возьмем. Хотя взять-то... Я, наверное, включу свой этот мега-выстрел. И просто распетрушу его. А у меня грибок есть. Фигня полная. Так, как видите, я опять остался без ключей. Ну, погнали. Заходи. Видали, какой он плотненький? Но не этого мы ждем, чувака. К нам придет другой парень. Слушай, я его буду долго убивать, судя по всему. Эй, лицо, выходи! Погнали. Воу! Слушай, я реально очень долго его убиваю. Даже при помощи мегабластера. Слушай, я там еле вижу, что в меня летит. Ну, наконец-то. Закончилось. Я, по-моему, со своей основной атаки даже лучше его убиваю, чем с этого мега-мега-мега-пупер-бластера. Он толстый, кстати, у него хитбокс огромный, его можно вот всем веером этим убивать, пофиг совершенно. Жалко, что я гапи не накопил, потому что я бы сейчас столько мух генерировал. Огромнейшее количество мух генерировал бы, и это все, конечно, очень хорошо бы сказалось бы на наших повреждениях. Всплывай давай. У-ху-ху. Че почернел-то? Не пугай меня так. Какой-то косой нам Хаш попался, смотри. Я стою тут в упор его хреначу. А он все никак. Давай! Добрасывай! Вот это жизнь, ребят. То ли меня орбиталки спасают, то ли что. Как-то я его вынес. Прям даже не заметил. Встал в упор и расстрелял. Витя, го потом в ультрагрид играем. Ой, ты ч... А, ну не, мы всех посмотрим. Мы всех посмотрим. Я как проходить не буду, мы просто посмотрим стартовые кондиции на каждого героя. Мне прям даже очень интересно. Так, здесь пусто. Пролетаем налево. Да ладно, они умудрились меня даже дамагнуть. Вот они, монстры-монстры. Нет у меня ключей. Ты кто? Addicted. На меня это не сработает. Го-го-го-го-го, торопимся, валим всех. Ну дай что-нибудь вкусненькое. Слушай, они ключей перестали давать. Так, Витек, забыл, что такое боль? Вспомнил Lost of God моде. О, да. Ну, там не такая уж и сильная боль, если честно. Но это тебе моя энергия добра. In your face, как говорится, да? Да занеси ты меня внутрь. А, я даже не могу занестись, пока у меня не кончится, ребят. Ждем окончания отрыжки. Фью, и засосало в сундук. Витя, что тут происходит? Только что пришел. Ну, как видишь, нагибаем, имбу собрали.
Ну, правда, мы ее собрали прямо еще на самом старте, но ничего. Развлекаемся. Я не знаю, есть ли смысл искать здесь каких-то боссов. По-моему, нет. Здесь, в принципе, боссы не изменены, так что пошли к мега-сатане и надерем ему жопу по полной программе. А, надо было отрыжку сатаны настакать, ну да ладно. Давай, знаешь, еще хитрожопость какую сделаем. Какие-то взрослые бомбы у нас. Хоминг бомбс. Прикиньте, в комнате с мега-сатаной мне артефакты дают. Кто бы это видывал? Совсем зачетырился, ребят. Вы представляете? Вот скажите кому-нибудь, что в комнате к мега-сатане у мега-сатаны Витек артефакты подбирает. Не поверят же. Скажут, да читер твой Витек. Иди, говорит, лучше смотри Серегу. И все. Ой, какая бомба классная. Ух, заливай. У них нет шансов. У них просто нет шансов. Ни единого. У тебя тоже, кстати. Ты на кого мега-сатану поднял? Это я. Твой мега-дед-сатана. Смотри. Я вообще какой крутой, продвинутый. На. Вот так вот. Тоже мне восстание сатаны. Ну вот так. А что вы хотели? Серега мне потом еще соточку кинет на вебмане за то, что я это сказал. Ну что, посмотрим, давай посмотрим, с чем другие монстры начинают, да, монстра. Но этот, скорее всего, будет плеваться вот так в разные стороны всем подряд. Ух, елки-палки. Так, у него есть прыжок. Ну и плюется как монстр. Ну это очевидно было. Это было очевидно. Ну, это имба, конечно же. Это имба. Хотя не такая имба, как которую мы с вами только что наблюдали. Что-то я икаю, как я не знаю кто. Так, хорошо. А что еще тут есть у нас? Gemini. Смотрим. Так, ну это было понятно. Так, я просто стреляю. Я просто тупо стреляю. У нас есть БФФ, ну да посмотрим, что. О! Здорово, друг! Я был раньше за тебя, но теперь я против тебя. Очень много повреждений, очень удобно стрелять. Есть маленькая кукляндия, которая помогает. В принципе, что тут думать-то? Имба из имб. Ну, по-моему, мне такое ощущение, что мне заролило самую имбу. Имбу прям. 4x-шотс. Ого. Во, вот это прикольно, кстати. Вот это прикольно, три взрывные мухи. Залетай в атаку. А чё, классно. Взрывай не хочу. Сам стреляешь плюсиками. По-моему, забавно. Вот из тех, которые были, мега-сатана и вот этот, по-моему, самый интересный сейчас. Ну, по крайней мере, на данный момент. Давай посмотрим. Нога. Мама. Я что, за ногу буду играть? Мне вот это интересно. Ну-ка. Эй! Что-то пауки сами все самонятся, что ли? Что-то такое ощущение, пауки сами все самонятся, их постоянно максимум. Разве... Нет? Паучки в атаку. Слушай, у меня постоянно их 5 штук. Вы посмотрите. Как только один умирает, сразу рождаются еще один. То есть, по сути, сюда артефакт на больших пауков, и ты король вообще всей игры. Ну, скажем честно, да? Я не знаю, как это было сделано. Ну, прикольно. Ну, не дотягивает до суперинтересного. Хаш. Наверное... Мать твою! Что это? Охренеть. Как в дверь-то входить? А, не, входит нормально. Вот это жесть, ребята. Вот это жесть. Слушай, ну это будет сложно, кстати, пройти. Тем более, тут больше сложность в том, что непонятно, где ты находишься. И где ты находишься, знаете такое выражение?
Хотя повреждения большие. Ну, вот неудобно то, что орбиталка, конечно. Ну, какой-нибудь артефакт типа Бримстоуна спасет, как говорится, нашу жизнь. Что ж такое? Смотри, нас даже не пускают к боссу. Давай, кто кого? Ну, а какой я крутой. Блин, я тебя даже не вижу сквозь себя. Что ты жесть какая, а? Охренеть. Кто это придумал? За что ты сделал таким большим, Хаша? Он не настолько большой, кстати. Даже сам Хаш не настолько большой, как он тут нарисован. Как мне кажется. О, ноги выросли, прикиньте. Витёк говорит, ты ломаешь игру полностью. Охренеть. Гигантская Destiny там. Ева. Ладно, то это забавная штука. И такой челлендж, можно сказать, даже. Пройдешь или нет. Какаха. Давайте какаху посмотрим. Ну, в принципе, что и ожидалось. А, еще и какает постоянно. Ну, это облегчение. Облегчение это для этого героя. Ну, в смысле, облегчение не то, что он облегчается постоянно, а облегчение для прохождения. То есть, заходит в комнату, прожимает свой... И у всех там глаза слезятся просто от этого. Эта бомба, по-моему, по 100 бьет, насколько я помню. Но все равно не так легко, как на том, на ком я играл. Согласен. То есть здесь можно еще и поиграться. Здесь нет ничего такого сверхкрутого на старте, чтобы прям тащиться с этого. Но зато бомбы не нужны, как бы. Все время ты знаешь, там секретки можно вскрывать и так далее и тому подобное. Хорошо. Так. Dark One. Оу, это же этот Brimstone Impotente, ребята. Супер. Он еще и отражается от стенок при помощи... Вот это прикольно, кстати. Вот это я люблю такую механику. О, прикольно так, шланг такой. Атас. Не, здорово. Вот это здорово. Прикольный герой, мне нравится. А, он еще и бегает по камням, как видите. Вообще замечательно. Да, конечно, попадать этим героям довольно-таки непросто. Но... Зато прикольно можно изгибать. Можно такие формы строить прикольные. Классные, замечательные формы. Геометрические эсплайны, так называемые. Ну да. Кривые линии в простонародье. На, это тебе в лицо. Держи еще. Единственное, что получается, нужно запомнить, что нужно в другую сторону, в противоположную сторону двигаться, и у тебя Бримстоун загибается вон в ту сторону. И все, и ты король. И ты знаешь, как это проходить. Неплохо. Так, что у нас еще есть? The Lamp. О, орбиталка. Ненавижу орбиталку, но косы люблю. Косы люблю. Неплохой герой. Много повреждений. Хорошенечко может... Да, блин, я все время головой пытаюсь увернуться, а надо телом. Я поэтому орбиталку и не люблю. Потому что я никак не могу переключиться. Ух ты, рояль! Ты хочешь, чтобы я тебя отхлестал? А? Признавайся. Рояль зубами поддержал на 250 рублей со словами. Привет. Привет. День 7 ноября. Красный день календаря. Итак, как у меня сегодня день рождения, то держи донат на тортик. Спасибо, спасибо вам, инопланетяне. И рояль. Неплохо, можно, в принципе, сыграть, но не так, чтобы прям восторг. Мы что-то с вами... Ого. Ну ни хрена, ну это слишком имбовый тут. Это лост, что ли, местный? Ну местный лост меня прям удивил. Sacred Heart на старте. Holy Mantle. Ну, Holy Mantle понятно. Хотя нет, это не Lost. Если это был бы Lost, у него не было бы сердец. Так что, ну это очень, это вообще супер-пупер мега true имба какая-то тут собрана изначально. Еще зуб есть. На, держи. Да. Это очень крутой персонаж. Это очень крутой персонаж.
Но ничто не сравнится с мега-сатаной, которую мне выдали на самом старте. Блин, ну надо же мне так было зарандомить самого крутого героя в этом моде, а? Я в шоке. Добавим немножко света в нашу жизнь. Итак, кто остался? The Hound? Сейчас у него три духа будет, что ли? Действительно, три духа, прикиньте. Так, что он еще может делать? А, вот он, The Lost, ребята, нашелся. Нашелся Lost, наконец-то. Своими духами тут я все насиловать буду. Ну, по крайней мере, первые уровни будут легкими. А к первому уровню нужно успеть, ну там, к третьему, к четвертому, нужно будет успеть набрать уже какую-то имбу, чтобы просто развоплощать. Вот такой вот смысл, наверное, этого лоста. А, кстати, 99 денег на старте дано. Так что магазины, как говорится, все ваши. Давай зайдем в магазин, посмотрим, что бывает в магазине. 100 рублей от Rainbow 4832 тащи, Виктор. Также жду кладунчик, ведь там на тебя есть кастомка в сценарии игроков. Хотя тебе уже про нее рассказали 1000 раз до меня. Да-да-да, все верно. На меня есть кастом сценарий. Я правда не знаю, можно ли на пиратке его запускать. Ух, прокладки. Где магазин? Какой-то гигантский уровень на самом деле нам попался. Я никак не могу найти магазин. Неужели XXL? А, фиг с тобой, блин. Я устал просто магазин искать. Хотел потратиться немножко. Так, кто еще у нас остался? The Fallen. Жесть. Вы что, прикалываетесь? Да нас орда. А нас рать. Как в том анекдоте было, да? Ну, это вообще трешняк. Вот с таким героем надо идти в... Во-первых, надо дать ему изначально, чтобы у него была табакерка эта, которая размножает... размножает монстриков. И иди этим героем надо в этот, как его... В режим счастья и позитива. Что-то мне тут все переролилось. Ну да ладно. В грид-мод, конечно же, надо идти на этом герое. Ну что, там осталось совсем чуть-чуть. Остался ультра-грид. Ну здесь просто будет сейчас... О, мать твою. Да, опять какая-то гигантомания у человека, который создал этого персонажа. Ну это, кстати, будет сложно, наверное. Это же грид все-таки, тут механика-то какая. Господи, боже мой. Так, ну хотя бы стрелять могу через камни, да? Хотя бы стреляются через камни все. Не, вообще прикольно. Скорпио, Poison Tears. Отравленный монстр. Смотри, какой огромный такой слеза зеленая, радиоактивная на нем появилась. Блин, я застрял. Такие залпы насквозь все проходят. Но какашки сломать не может. Все, ребят, я не могу пройти. Прикиньте. Я не могу пройти. А, я что-то там протоптал как-то дырку. Ну, го, босса убьем первого хотя бы. Так, какая-то проблема у него со стрельбой по какахам. О, Holy Mantle еще есть. А, ну это изи. Да, повреждения у него просто ломовые. Как это будет выглядеть на лошади? Вот это класс. Вот это класс. Офигеть. Размер имеет значение, господа. Ну что ж. Мы посмотрели всех. По-моему, я все-таки реально самую имбу на рандоме вытащил. Это был мод, который называется The Binding of Bosses Afterbirth, который сделал человек, а не тот, который где-то там есть в аналах
Modding of Isaac сайта. Можно сказать, реально, вот это, наверное, реально первый обзор мода в моем исполнении, а не просто по игрушке в мод. Как-то так. Всем спасибо за внимание, с вами был Виктор, канал Витек Плей. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, обмазывайтесь этим видео, добавляйте в плейлисты и, конечно же, делитесь этим видео с друзьями. А мы пошли играть в другие игры. Всем пока.